упрощенный СХП-пистолет Retey-17 – это модификация огнестрельной модели Glock-17 австрийского производства, популярной во всем мире. Пистолет разработан турецким брендом Retey Arms. Изделие поставляется в кейсе из полимерного материала вместе с стикером, шомполом и масленкой. Пистолет выполнен в серебристом цвете. Ствол пистолета стальной. Основные компоненты и корпус изготовлены из сплава замак. Вес Retey-17 820 грамм. Длина 187 мм. В стволе размещен металлический штифт, который препятствует вылету из ствола твердых предметов. Для максимального внешнего сходства с боевым прототипом установлена мушка и целик. Исполнение охлаждённого пистолета Retey-17 полностью соответствует боевому собрату, и со стороны невозможно догадаться о том, что данная модель не предназначена для ведения боя. Магазин вмещает в себя 10 патронов, но после извлечения ограничителя можно вместить еще 4 патрона калибра 9 мм. Для имитации выстрела используются светозвуковые патроны 9 мм РАК, 9 мм РА, выдающие громкий, эффектный выстрел. Режим стрельбы полуавтоматический, как в боевом варианте. У СМ пистолета одиночного действия установлен предохранитель ручного типа. Охлащенный СХП-пистолет Retey-17 – это точная копия оригинального боевого оружия, которое может использоваться как реквизит в кино или театре, а также подойдет для вашей личной коллекции.